Вот много говорят о Украине. Я понял один урок Украины. Угрозы нашей независимости есть. И эта пятая колонна в Казахстане есть. И этой пятой колонной является наша власть. Именно наша власть во главе с президентом Назарбаевым и со своей этой кликой, она нас толкает под ярмо Российской империи, от которых мы и освободились. И поэтому, прежде всего, говоря о том, чтобы говорить о необходимости именно изменить нашу ситуацию, мы должны говорить не только о внешних врагах, которые не дремлют со всех сторон. Это не только Россия, у которой свои интересы. Это не только Китай, у которой свои интересы. Это не только Америка и Европа, у которых тоже свои интересы. Да? Мы не должны забывать о врагах внутренних. И именно враг внутренний – это Назарбаев со своей кликой. Я это официально заявляю. И поэтому мы должны прежде всего заявить – Назарбаев кет. Именно мы должны заявить – нам нужен новый президент. Конечно же, многие здесь, если вы воспринимаете это только эмоционально, о том, что Назарбаев кет и, в принципе, и новый президент – но с другой стороны, мы готовы сотрудничать даже с Нуртаном ради сохранения нашей независимости. Но мы категорично говорим, пусть Назарбаев уходит с президента, пусть он остается лидером нации, и пусть он сидит до смерти своей в этой окорде, а нам нужен новый молодой президент. Чтобы потом, когда он умрет, когда президент наш не умрет, чтобы Россия не воспользовалась этой ситуацией и чтобы не забрала нашу. Поэтому Назарбаев должен уйти не только потому, что он уже столько лет не сделал, а именно за то, что он со своей смертью может сделать для казахов и для Казахстана намного больше вреда, чем при жизни. Вот поэтому при жизни, пусть он живет как человек, но при жизни Назарбаева у нас должен быть новый президент.